Путин, как обычно, наговорил вчера в своей речи на, да, на 9 мая. Вот. Но отсчет событий ведется с 41-го. Нету ни слова про русско-финскую войну, нету ни слова о разделе Польши 39-го года и об этом знаменитом параде в Бресте, да, когда фашисты рука об руку шли с Красной армией. Ну, ни слова об этом. Это... Два парада было, два. Два парада. Было два парада, не только один в Бресте. Было два совместных парада. Тем не менее. Вот, была дружба гестапо и НКВД. Была подготовка летчиков, танкистов в Казани и так далее, немецких. Да и вообще, так сказать, была дружба двух диктаторов, которая привела ко Второй мировой войне, к разделу Польши. Кстати говоря, накануне, в 40-м году за войну в Финляндии, Советский Союз был исключен из Лиги наций, нынешний правопрос ООН. Такого, в общем-то, ну, беспрецедентный случай. То есть страна оборзела настолько в своих агрессивных действиях, что ее пришлось исключать из, грубо говоря, ООН. Вот, поэтому, конечно, эту историю Путин пытается забыть. Почему? А почему? Ну, вот что такое? Не, потому что не получается красиво тогда? Чего? Ну, да, это правда. Это, ну, правда. Правда – это то, что люди знают. А если люди не знают, то это не правда, а это вообще непонятно что. А те люди, которые не хотят знать правду, еще есть люди, которые не хотят знать правду, и говорят, отстаньте, все, это все придумал Черчилль в 18-м году, да, как пил Высоцкий. Вот, это все придумали. Или как сейчас там про Хамас. Этого не было. Этого все придумали. Это, так сказать, все неправда. Кричат эти студенты, которые, так сказать, недоумки, выходят с какими-то маргинальными протестами в своих университетах. Ну вот, делают вид, что они там что-то знают. Оказывается, так сказать, готовят в этих университетах каких-то полудурков в том числе. Ну, я не хочу обидеть всех, как сказал Сергей Гуреев из 15 тысяч, которые ежегодно учатся в Science Po, это ведущий вуз Франции, примерно протестующих там 40-50 человек. Да. Видимо, просто они очень громко. Да, как написал Юлия Латынина в своей статье, что, видимо, это те, кто не может нормально сдать экзамены и чем-то другим отличаться. Нормальным, тем, чем должны отличаться студенты ведущих вузов. Поэтому, да, вот люди не хотят еще знать правду. Кроме того, что они ее не знают, но вы, наверное, вот сейчас можно в интернете найти опросы, значит, выпускников вузов российских или просто людей на улице, когда там задают вопросы элементарные, там, там кто воевал там во Второй мировой войне, и там предлагают варианты, они говорят, ну да, наверное, там какая-то страна, там экзотика, там Замбия сражалась, так сказать, какой-нибудь Уганды, вот, ну, условно говоря, а кто там, говорит, больше внес лепту, там, Жуков или Багратион? Тебе говорят, ну, наверное, Багратион тоже здорово воевал. Ну, то есть, вот уровень знаний истории людей в быту, он примерно вот такой, вот на уровне плинтуса. И, ну, а в некоторых местах даже еще ниже. Поэтому вот это же говорит о чем? Что Путин играет на незнаниях, на абсолютной вот безмозглости, так сказать, людей. Ну, кто там знает 39-й год? Кто помнит там финскую войну? Кто помнит там эту линию Маннергейма? Кто помнит там о том, что Россию гнали, Советский Союз гнали из Лиги наций за эту агрессию, за убийство мирных людей, за бомбардировки Хельсинки и прочее, прочее, прочее? Уже никто не помнит. Кто помнит, что разделяли Польшу, что российская и советская армия вступила, ударила в тыл полякам там 16 сентября, завершив раздел Польши, уничтожение этого государства. Да никто не помнит. Это все скрывалось. В Советском Союзе этого никогда не было, этой правды. И сейчас-то там был короткий период, когда об этом говорили. А потом все это прекратилось. Геннадий Владимирович, Поэтому вот это игнорация фактов населения. Это делается, чтобы потом в топку можно было вот этих пацанов бросать, как называют их некоторые, наших мальчиков, да? Да. Вот все для этого, чтобы они вопросов лишних не задавали, а шли за родину умирать. Ну, то есть это вот оболванивание такое. Ну, система оболванивания – это прекрасная система, которую придумали диктатуры, чтобы превращать народ в быдло. Что тут, не Путин первый, не Путин, к сожалению, последний. Понятно, давайте, что любая диктатура превращает своих граждан в скот, безмозглый.
Это же принцип действия любой диктатуры, любой военной хунты. А смотрите, в Беларуси народ не превратился в скот. Хотя диктатор у нас дай бог. Не худший. Дай бог. Да, ну. Дай бог, да, потому что у вас вот эти прошли выборы, которые все-таки дали же народу надежды, показали, кто есть кто. Uh-huh. Это очень важно. В России Путин ничьих подобных ошибок не совершал. Поэтому... В 2012 году совершил же? Так, немножко, чуть-чуть. В 2012 году, да, да, в 2011 году они совершили, когда показали на весь мир, как фальшак идет на выборы, как выигрывает «Единая Россия», как подтасовываются данные, как появляется на экранах телевизора 146%. Вот народ и вышел. После этого они поняли, что этого делать нельзя. Предлагаю чуть-чуть вернуться к нашим событиям, ну, то есть, вернее, к современным событиям, да, вот вчерашний парад. Как говорят, к нашим баранам. К нашим баранам, ну, так и есть, вот вчерашний парад. Знаете, у меня необычный немножко будет вопрос, тут РИА Новости, там телеграм-канал и так далее, ну, то есть, российские СМИ официальные публиковали фотографию шпица Лукашенко и прям так, но при этом мы же знаем, что парад и вообще вся эта советская, так сказать, атрибутика для Путина – это священная корова. Неужели шпиц, вот эта маленькая собачонка, не оскорбляет чувства верующего в величие советского Путина? Вот интересно, кто там в заложниках у Лукашенко, что шпица не погнали все-таки с кремлевской стены? Другой вопрос. Я думаю, что это для повышения рейтинга и смотрибельности. Ведь парад был блеклым, а шпиц, он как бы, так сказать, сглаживает некоторые моменты. Там на параде-то не было ничего. Там Т-34 проехали, но они бы еще взяли этот танк Т-3, Т-5 еще 30-х годов. Его бы установили, там вставили туда двигатель от Мерседеса и привезли бы по площади. Поэтому особо показывать нечего, и шпица, наверное, в этих условиях и шпица годится. Я, правда, не видел шпица из тех отрывков вот этого парада, но думаю, что там, ну, наши многие там, домашние животные являются такой приманкой. Мы же любим их, там, собак, кошек. Не, ну просто когда речь идет о такой серьезной вещи, как парад, когда там это же все, ну вот это вот все, родина, защита родины, там борьба с фашизмом, и тут шпиц какой-то, ну е-мое, как-то неудобно. Ну да, ну вот видите, они считают, что это украшает их. Человечность вот этих тиранов, вот этих упырей кровавых, они считают, что их человечность украшает. Вот там. Да, конечно, он может там убить миллион, но своего шпица он гладит нежно. Это-то да, но просто есть же рядом другой тиранка. Ну ладно, бог с ним, на самом деле тема. Вот сейчас в Беларуси все обсуждают, опять же, состояние здоровья этого шпица-владельца. Дело в том, что когда пошли возлагать цветы к Александровскому саду, что-то как-то вот он подотстал с Шойгу там, разговаривая. И он начал на следующий день оправдываться. Даже не на следующий, прям вечером. Вечером уже, того же дня. Начал оправдываться, говорит, ну вот мы тут Шойгу, это же главнокомандующий, мы там обсуждали и Украину, и СВО, и ядерные эти самые. Ну как бы что. То есть, во-первых, он начал оправдываться. Во-вторых, интересно, что здесь Шойгу вот как бы появляется. Да? Почему именно Шойгу? Как вы думаете, о чем они могли говорить? И почему они подотстали? Что это за разговоры за спиной? Собственно, может, они про шпицы как раз говорили, увлечены были разговоры. За сколько ведь Шойгу подарил? Ведь Шойгу подарил Путину, как утверждают кремлевские, так сказать, сплетники, лабрадора кони. Может быть, они там как раз у них общие темы? Я не знаю. Нет, ну, вот о чем они могли говорить? Да о чем угодно. Могли вообще говорить о каких-нибудь там, ну, не знаю, они же два деда. Про внуков, про болезни, про болячки, про лекарства, про все что угодно. Я с трудями давать точные комментарии этому ответу, вернее, этому вопросу. Смотрите, как интересно. Тут же мы все обсуждали пару недель назад, как взяли заместителя Шойгу, да, и все объясняется вот этой формулировкой. Путину доложили, Шойгу проинформировали. То есть ему как бы показали, кто...
в доме хозяин. Вот. И сейчас он тут с Лукашенко, как сказать, отстает от общей группы. Ну, черт знает, может, затеяли что, не? Нет. Там по вот этому мне позвонили там товарищи более следующие. Говорят, ты, конечно, правильно говоришь, что там удар по Шойгу, Шойгу может и стать министром. Угу. Это все хорошо. Но, скорее всего, говорит, расправа, ну, говорит, не расправа, а наказание этого Тимура Иванова и его команды происходит как раз по инициативе Шойгу. Якобы они там что-то стали мутить с Московской областью, с губернаторскими должностями, с первым вице-премьером якобы правительства Московской области. Ну, я не знаю, насколько это правда, вот, насколько можно этому верить. Но говорят, что якобы, вот эти люди мне утверждают, что якобы Шойгу был инициатором вот этой вот кампании анти-Ивановской, анти-Тимура-Ивановской. И типа с его ведома этого замминистра привлекает к ответственности. Возможно, там, конечно, разные факторы, и мы еще не знаем, будет ли он переназначен министром обороны, может быть, он сам себе выстрелил в ногу, я имею в виду Шойгу, начав вот эту кампанию против Иванова не вовремя. Не знаю, посмотрим, хватит ли там сил у его оппонентов, противников сместить Шойгу за счет вот того, что там Тимур Иванов проворовался, так сказать, арестован, и это якобы он там чуть ли не вменяет еще дополнение, что он родину предал. Посмотрим, что там будет. Угу. Не знаю, что там они отставали с Шойгу, но может у них физическая форма не очень хорошая. Вот, тяжело им ходить, мальчишка. Вот. Смотрите, тут очень важный вопрос, мне кажется, потому что, на самом деле, конечно, мы же не врачи и не видели, из диагнозов не поставим, но факт того, что человек оправдывается после того, как это замечают СМИ, там, блогеры разные, да, он какой здоровый человек, который действительно по делам отстал, будет потом стоять и оправдываться перед всем миром? Слушайте, ну это мелочи. Почему? Может, его беспокоит то, что его немощность так видна? Ну, может быть, его и беспокоит, но я могу сказать, что тираны из инвалидного кресла могут гробить свою страну и народ. Так что мы тут с вами должны быть реалистами, к сожалению. Поэтому разные есть примеры в мире. Это... И тот же Брежнев сидел там, тут Черненко все время падал то в одну, то в другую сторону, там его подъезд, тем не менее, там просидел почти год на этом кресле, пока не помер. Вот, не знаю. То есть, мне, может быть, до Лукашенко еще до инвалидной коляски еще есть достаточно времени. Посмотрим. Оправдывается. Сейчас, мне кажется, надо не на это обращать внимание. А что делать с Путиным, что делать с путинизмом? Вот у нас нет никакого единого плана. Вот я сейчас только что был на украинском канале, и меня спрашивают, а что делать? Почему там в Соединенных Штатах Америки решили все-таки вроде бы называть Путина президентом? Я говорю, ну шарахаются, аж плана нет. Никто не работает над тем, чтобы выработать единую стратегию депутинизации Европы и России. А раз нет стратегии, нет планов, вот они и будут шарахаться. Между тем, будем Путина называть президентом, не будем называть. Будем Украине давать авиацию, не будем Украине давать авиацию. Будем общие стратегии формировать, значит, борьбы с путинским режимом, не будем. Будем с Путиным разговаривать о мире или не будем. Вот эти шарахания, они приводят к тому, что война затянулась уже на 20 с лишним года, и конца, и края не видно. Ну, видно даже. Об этом надо говорить. И, кстати говоря, Украина могла сыграть в этом свою роль позитивно. Ну и, наверное, белорусская оппозиция тоже, наверное, нужно об этом ей говорить в мире. Там голос Тихановский слышен, но, значит, надо думать об этом, что должна быть единая стратегия и тактика борьбы с путинским режимом. О, вы знаете, мы стратегию борьбы с Лукашенко не можем тут... Единую выработать. Бессмысленно выстраивать стратегию борьбы с Лукашенко. Лукашенко есть продолжение Путина, путинизма. Вы же понимаете, что не избавив мир от путинизма, мы, к сожалению, не сможем сейчас в этих условиях, когда страна фактически сдана в аренду под военные цели Путина, не сможем ничего сделать с Лукашенко. Белорусский народ ничего не сможет сделать, потому что за его спиной стоят путинские войска. Смотрите, не от большой же силы и не от большой уверенности начинается вот эта риторика про ядерное оружие опять. Вот мы сейчас тут будем испытывать что-то.
Тут не от силы, а от того, что нужно запугать страны, чтобы они не поставляли то, что вот мы сейчас с вами перечисляли. Работает тактика. Работает она. Она работает, потому что там Германия испуг, еще где-то затормозилась, еще кто-то, Макрон послал своего посла на инаугурацию, да, вот, чтобы показать, что нет, не совсем уж мы так вот, вот наотмашь. Да, мы, конечно, да, но все-таки мы вот показываем, что какие-то мосты между нами еще есть, какие-то каналы связи есть. Поэтому это работает. К сожалению, это работает. Ядерный шантаж работает. А что Макрон говорит? Что Макрон, потому что вы же во Франции, насколько я знаю, вы, как бы вам, что называется, изнутри виднее, то он посла своего посылает на инаугурацию, то он говорит, мы сейчас тут уже все, красные... Наши уже там будут. Пройдены, сейчас наши уже солдаты там будут. Что это такое вообще? Что за мальчишеское какое-то непонятное поведение? Ну, это не мальчишеское поведение. Макрон хочет показать, что он абсолютно объективен, что он не против России. А он против, и даже не против самого Путина, а против его агрессивных планов действий и вот этих вот попыток оккупировать новую территорию Украины. Типа, вот мы же не против тебя, вот наш посол сходил, послушал там твой инаугурацию, твой бред. Трудно ему было, но он все-таки собрался и все-таки по моим просьбе это сделал. А мы тебя предупреждаем, что это делать нельзя. Но он занимает вот такую позицию, Макрон, поэтому, ну... Она не самая плохая позиция, я бы сказал, в мире. Есть гораздо более худшая позиция. Ну, Макрон в этом смысле в лидерах сопротивления Путина. А кто еще в лидерах? Кэмерон, который говорит, пожалуйста, нашим оружием бомбите по территории России. Кто сегодня, на кого сегодня можно положиться? Украине. Франция, Британия, Польша, страны Балтии, Чехия. Соединенные Штаты Америки, ряд стран старой Европы, типа Дании, Норвегии и так далее, они достаточно занимают жесткую позицию. Но я кого-то, может быть, забыл, обидел. Надеюсь, что меня не обидятся за это. Вот. Поэтому есть страны, которые занимают довольно жесткую последнюю позицию. Но тоже вот, встречался с делегацией депутатов Люксембурга. Они говорят, мы приняли свою резолюцию, вот мы там 16 февраля, такую жесткую Путин не признавать в никаком виде. И тут бах, посол, значит, едет там на инаугурацию. И так, какие-то еще действия. Ну, в общем, странно немножко вся эта ситуация, потому что Европа никак не может определиться. Что делать с путинским режимом? Вот эти шарахани. Стратегии нет, вы говорите. Нет стратегии. Нет стратегии, нет планов, нет понимания, что делать. Ну, опять же, красные линии нарисовали. НАТО. Вот НАТО теперь. Возьмем НАТО. Нарисовали красные линии, да? Либо если Беларусь вступает в войну полноценно, как они сказали, или если будут какие-то провокации там в странах Балтии, Польши или в Молдове. Вот вам красные линии. Вот НАТО определилось. Это стратегия? А до этого мы будем просто помогать. Это не стратегия. Никакой стратегии нет. Нет, это просто, как бы так сказать, границы дозволенного для Путина. Но все остальное он может делать. По всему остальному нет никакой стратегии. Нет ни стратегии борьбы с путинской пропагандой. Нет ни четкой стратегии санкций. Нет ни четкой стратегии, направленной на поиск союзников внутри России, раскол элит и так далее и тому подобное. Нет никакой вменяемой стратегии по миграционной политике, по тому миллиону русских, которые россиян, которые там покинули страну, и из них часть уже вернулась, существенная часть, и так далее. То есть много совершено ошибок, и они продолжают совершаться каждый день, потому что нет никакого общего плана, общего понимания. Да много чего можно было сделать за это время, только это ничего не сделал. Как-то грустно, Геннадий Ильич, грустно. А ну вот недавно радовались, что американцы 60 миллиардов выделили. И так прям, да, некоторые украинцы говорили, это в час по чай, как там, в день по чайной ложке. Вот, это мало, но все равно, ну выделили же, ну вот проголосовал же, и все обрадовались, но все-таки будет какой-то... А вот как-то так грустно мы с вами заканчиваем. Ну, есть хоть что-то положительное, хотя бы в этих... А сейчас же обсуждается вот 50 миллиардов там из российских каких-то активов хотят вроде как тоже из российских денег Украине передать. Проблема одна. Об этом проблемы говорят многие сейчас политики серьезного уровня на Западе.
демократии живут в мирных условиях. Они не понимают, что началась война. И пока они не поймут это, видимо, оно все так и будет. Вот только что сейчас заявил, по-моему, министр, кто-то из министров ФРГ, что демократия не имеет права проигрывать эту войну. Но слава богу. Я об этом говорю там уже 2 с лишним года. Если, так сказать, какие-то похожие слова и мысли доходят до политиков, и они начинают говорить так же, но слава богу. Я думаю, что постепенно это все, конечно, будет, но это все будет очень медленно. И, ну, правильно, Макрон, вот опять-таки ссылаясь позитивно на Макрона, он же первый сказал, что нужна мобилизация. Не та мобилизация, что солдат там в армии призывают, а мобилизация в политической сфере, в экономике, в оборонном комплексе, в быстроте принятия решений и так далее. Нужна мобилизация. Сегодня демократии должны вести политику мобилизации своего государства и общества, потому что идет война, грозящая уничтожить планету, так сказать, или ее часть, грозящая перерасти в войну с применением всех средств массового уничтожения. Вот это вот надо понимать. А многие страны еще пребывают в этой неге демократической. Мы 80 лет жили в мире, и 80 лет как-нибудь еще проживем. Ни хрена. Вот, поэтому вот это идет процесс, но он идет, к сожалению, медленнее, чем нам бы хотелось. Потому что мы с вами в теме, мы с вами видим, мы каждый день наш начинается с этих новостей, с просмотров, сообщений и так далее. А у всех свои проблемы. И вот эти проблемы зачастую затмевают, или нет, скажем так, не делают столь яркими и выпуклыми вот эти проблемы текущей войны. Будем надеяться, что нашими общими усилиями все-таки Запад придет к правильному пониманию. Европа просыпается, да, она запускает оборонный комплекс, но все это хотелось бы быстрее, четче, жестче, правильнее и без всякой оглядки назад. Вы знаете, по поводу Макрона, ну, мне кажется, это любопытно. Некоторые замечают, что он уже все, он же уходит. Это же его последний срок, и уже ничего не сделал. Да, он уходит. Нет? Мы его рано провожаем, мне еще 3 года. Ну, тем не менее, как бы ему не надо избираться уже. Ему не надо избираться. Да, и, соответственно, и соответственно, ну, как бы он может себе позволить такие высказывания, а остальные... Как... Он может себе позволить такие высказывания, такие действия. Более того, я не думаю, что открывая тут Америку, Макрон имеет политические амбиции на Европу, на серьезное возглавление серьезных европейских институтов. Он достаточно молод, у него есть большой запас по времени. Поэтому я не стал бы списывать ни в коем образом со счетов. Сегодня он играет важную роль в Европе, это совершенно точно. Ну и ладно. Не только в Европе. Ну ладно. Нет, но Си Цзиньпинь куда поедет? Чего к нему прискакал Си Цзиньпинь? Потому что надо было пообщаться с Западом. А с кем общаться? Вот через Макрона, который к нему когда-то приехал. Заслужив, так сказать, много волну критики, но потом признали его визит позитивным и правильным. Поэтому вот Макрон сейчас там на острие политической ситуации. Это объективно. Ну, вот у него есть свои, так сказать, представления о том, как надо вести политику с Путиным. Да, с одной стороны, так сказать, жесткости взять, а с другой стороны там отправить посла на инаугурацию, чтобы он послушал там эти бредни кремлевского старца. Кстати, в инаугурации для вас ничего необычного не было? Или вы не смотрели это? Не, я не смотрел, а потом смотрю эти наиболее яркие моменты, отрывки там. Ну, ничего меня не удивило там, кроме того, система заклята, стагнация. Это все тоже, что при Брежневе. Говорят одно и то же, все эти пленумы, все эти постановления, все эти съезды, ничего нового. Обещания, обещания, обещания. Не было такого количества преступников в одном зале. Уголовных. Ну, причем. Трудно сказать. При Сталине там они все были преступниками практически. Но при Брежневе, может быть, таком, да, брежневский режим не был таким кровавым, таким ужасным. Каким является режим Путина, еще он не сказал своего последнего слова, кстати говоря, путинский режим. Mm-hmm. Ну, да, в этом смысле, да. Конечно, там преступник на преступнике преступником погоняет. Я имею в виду путинскую инаугурацию и путинский парад.
Очень хорошо сказал, ты заканчиваешь разговор, красиво. По-моему, Шендерович сказал, чем примечательна была эта инаугурация, тем, что в одном месте собралось 1500 преступников. В обычной жизни такого не увидишь. Ну, действительно, где ты в обычной жизни встретишь 1500 преступников сразу, одновременно? Нет, если только в каком-то лагере строгого режима. Ну да, да, а вот просто гуляя по городу, неважно какому, ну просто не встретишь. Невозможно, да. Да, хорошо, спасибо вам, Гнадович, за разговор. Спасибо большое. Надеемся на лучшее. Счастливо. Спасибо.